про центры, в частности, про в индийской традиции это называется анахата. Когда вы впервые почувствовали в реальности этот центр свой? Вот как это случилось, какие проявления сейчас идут от этого центра у вас по жизни? Как вы это понимаете? Что такое открытое сердце и закрытое сердце? Ну, наверное, я стал понимать, наверное, больше, наверное, когда с мамой именно работал. Вот, чтобы, допустим, маму принять, что сказать себе, что люблю ее за то, что она есть. То есть вот в этот момент работы с мамой, с родным человеком, вот эту анахату я как никогда стал себя чувствовать, понимать, что она работает, что она открыта. И потом уже после мамы, соответственно, я стал уже чувствовать абсолютно везде ее, принимать мир, такой, какой есть. А других людей как вы сейчас через анахату чувствуете, кроме мамы? Вот жену, дочь? Да, абсолютно. И дочь, и жену, все, и через анахату. Это очень важный центр. А когда клиентов принимаете, вот как вы анахаты их чувствуете? Какие проявления вообще? Вот к вам пришел человек, да, высказал свою задачу. Вы начинаете ее решать в регрессии человеку. Где проявление анахаты вот в этой практике? Ну, во-первых, в вопросах. Приходит человек, у него уже вопрос на набор вопросов. Да. И вопросы, опять же, тут по вопросам, например, видно, что человек хочет. Например, приходит вопрос человека, а у него там, допустим, одна там. Хочу там мотоцикл, хочу там машину, хочу денег. Ну, там, мне кажется, не пахнет ничем. А когда человек приходит и говорит, я хочу разобраться там, да, со своей там мамой, я хочу разобраться с папой, да, я хочу разобраться со своим ребенком, да, я хочу разобраться внутри себя, я хочу быть счастливой, я хочу быть любимой и сама любить там, да, например, да. То есть уже по вопросам понимаешь, что человек идет к любви и через любовь начинает, для него это важно. Потому что счастье, оно, вообще удовольствие и счастье, это такая грань такая, надо понимать, что удовольствие это что-то где-то надо искать, ты получишь, но это всего лишь мимолетная, может быть, эмоция, после которой снова нужно искать удовольствие, а радость находится внутри, она генерирует, то есть можно быть счастливым и радостным в этом состоянии. Можно поехать в отпуск, и там будет счастливым, радость там еще больше. То есть она счастье, радость, она изначально изнутри генерирует, она никуда не уходит. Или, например, хочешь купить машину, ты покупаешь машину, но ты уже радостный и счастливый. Ты просто в машине, у тебя есть возможность просто на ней передвигаться в какие-то там более дальние точки, куда-то съездить. То есть дело-то не в том, что ты сел там в машину, да, это круто, а в том, что просто есть возможность своим счастьем, своим радостью передвигаться по пространству. И в любом месте, где ты приходишь, если ты чувствуешь, что у тебя анахата открыта, по людям видно. Люди, то есть, тянутся, общаясь с ними, после общения как-то вот улыбка, допустим, да, энергетика, по-моему, такая хорошая, по-моему, лететь хочется, по-моему, хочется, не только крылья, никто не подрезает. То есть хорошее общение, когда два человека вдруг понимают, поддерживают, такой родной разговор с приятными ощущениями. То есть, наверное, сердце слушать. Вот этим местом, когда ты начинаешь ощущать приятно. А как вы узнаете людей, извиняюсь, с открытой анахатой? Ну, я крашу, во-первых, людей. То есть, да, у меня есть такая техника, меня, опять же, вы, Андрей, научили. То есть, благодарю. Я людей крашу, я понимаю, какой центр у них работает, какой у них не работает. А может, чуть подробнее? Ну, есть, допустим, 7 чакр. Да. То есть это все знают. И, соответственно, у каждого чакры есть цвета. Да? Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Да? И Андрей мне тоже подсказал такую практику, где тоже надо себя нарабатывать, где крачешь человека, допустим, да, приходит человек, да, и ты его крачешь в цвета. Какие-то он цвета принимает, какие-то, какие-то липнут к нему, какие-то нет. Какие-то не липнут, да. И по этой методике, допустим, ты уже понимаешь, где человек, допустим, на какой там качество, да, например, находится. Да. Ну, и, кстати, на самом деле это не то, что человек по жизни находится. Мы же можем двигаться вверх-вниз. То есть, например, я могу находиться здесь, могу здесь, а могу вообще вниз свалиться. Поэтому здесь нужно понимать, просто на каком моменте находится человек. Даже когда в регрессии, допустим, лежит, и даже тоже так начинаешь красить, чувствуешь, чем начинаешь его расслаблять, начинаешь его
потихонечку двигать, да, в сторону регрессии. У него, по-моему, цитата начинает подниматься. Больше, гляжу, зеленый загорелся, гляжу, голубой, ну и фиолетовый пошел, все отлично. То есть на практике даже я это практиковал, смотрел, это реально работает. А как понять тенденцию человека при помощи вот этого крашения? Как вот вы можете это рассказать? В какую сторону он идет, в сторону развития, либо деградирует? Ну, по цветам, опять же, если, допустим, цвета низкие, допустим, да, красный постоянно, да, везде. Даже, например, человек, например, может разговаривать о любви, например, да, при этом. Но если он говорит о любви, то, соответственно, ну, цвет должен загореться соответственный. То есть, ну, если красный говорит, допустим, да, и при этом, и он говорит о любви, ну, здесь любовь даже не пахнет. Какая может быть, если любовь в красном цвете? Благодарю.